Ну, вообще, каждый же пишет историю под себя. И как все было на самом деле, мы никогда не узнаем. Никто никогда не узнает, как было на самом деле. Причем меня всегда раздражает, когда люди спорят по поводу каких-то исторических событий. Мы никогда не узнаем, как было на самом деле. Никто никогда не узнает. Тот, кто там был и видел это собственными глазами, вот он может узнать. Но, как правило, мы говорим о событиях. Все, кто присутствовали при этих событиях, давно уже мертвы. Я становился неоднократно свидетелем того, как события, произошедшие 4 года назад, перекручивались просто. Я следил за этими событиями, и через 4 года я видел... я прочитал в учебнике по истории Украины абсолютно другое. Вообще просто это перекручено, хотя это было 4 года назад, есть видеохроники, и уже. А тут мы говорим, типа, про 70 лет, и никого уже нет в живых, и никаких видеохроник нет, и ничего. Мы никогда не узнаем правду. И, конечно же, каждый пишет историю, каждая страна пишет историю, как ей выгодно. И каждый хочет понимать какие-то вещи, каждый понимает все эти вещи, как хочет. Что касается... каких-то проявлений... Какие-то проявления национализма... ну, национализм, типа, в своем понимании, это не так уже и плохо. Это любовь к своему народу и уважение к другим. Но, как правило, у нас это все перерастает немного в фашизм. Чуть-чуть. И почему-то, ну, как бы... Получается в результате какая-то херня. У нас на Украине функционирует и набирает обороты достаточно сильно националистическая партия с... которая собрала вообще в себя каких-то непонятных людей с мрачным прошлым. То есть там типа еще 5 лет назад они стояли на баррикадах и кричали, что всех русских и жидов нужно выселить из Украины. А теперь они как бы... теперь они как бы вот сидят в Верховной Раде. Ну, в общем, они, как правило, достаточно тупые. Они, ну, типа... делают очень глупые поступки, не соображают. Короче, основная деятельность этой партии, что они делают, они гоняют по небольшим городам и ломают памятники Ленину. Вот. Ну, типа, с одной стороны, нормально, зачем нужны памятники Ленину, но с другой стороны, в стране есть проблемы поважнее. Вот. Ну, короче, они показушники, и они мне не нравятся. Что касается российского национализма, я, если честно, не знаю, как тут у вас все происходит. Поэтому ничего не могу сказать.